К концу первенства страны по футболу торпедовцы Москвы и Динамоцы Тбилиси набрали одинаковое количество очков. И вот теперь на нейтральном поле в Ташкенте решающий поединок должен определить, кто же из них станет чемпионом Советского Союза. Да, такого матча еще не знала история советского футбола. Перегрузки, естественно. Сейчас атакует Динамоцы Тбилиси, они в темной форме. Вратарь москвичей ликвидирует опасность. В наступление переходят автозаводцы. Счет открыт. Однако тбилисцы не сникли после неудачи. Вот он, ответный гол. И опять тбилисцы захватывают инициативу. Очередной прорыв и новый успех. Игра все чаще переносится на половину поля автозаводцев. Гол! Остаются считанные минуты. И тут в ворота москвичей назначается 11-метровый штрафной удар. Победа закреплена. Решающий поединок выигран со счетом 4-1. Ну, может быть...